Ну что, свиньи Пеппы, опять роете? Только бы рыли кругом. Хрю-хрю. Кабанчика выпустили погулять. Вон того. О, киклуки-то у него здоровенные. Она так приседает, когда ее моешь. Так они все приседают. Нет. Что и приседать у нее, вымя и так низко. А это так приседает. Сполоснули, вытрали. Все полотенце. Берем ведерко и одеваем вот такие вот медицинские береты. Громче говори. На ведерко одеваем медицинские беретики. Они тоненькие, уже бэушные, то есть я их уже постирала. Так-то они поплотнее. Когда они новые, они поплотнее, я по одному делаю. Так как они стиранные, они потоньше становятся. Ну, такие. Я для надежности по два делаю, короче говоря. И тогда молоко у нас получается чистое, без всякой волосни, без всякого мусора, сразу попадает туда чистое молоко. И они это... Не сбрызнул. И начинаем доить.
Билки можно брать, конечно, другие. Но мы из-за Милки, то, что у нее вымя низкое, мы такие взяли, Пятерочки купили. Оно невысокое и пошире. Удобно Милку доить в такие ведерки. В общем-то, это все. Ведро сразу с делениями? Да. Покажи. Ведерко с делениями, не знаю, видно, нет? Видно немножко. Вот, 5-литровое оно идет. Тут 4,5, вон тут деление. 4, 4,5, 5. То есть сразу видно, сколько ты надаиваешь за раз. Да. Если коза сбавляет, тут уже видно, насколько и... По какой цене ты покупала ведро? Фикс прайс или Пятерочки? Нет, Пятерочки, 136, что ли. В общем, около 140 рублей. Вот такое ведро. Они разных цветов есть. Удобные. Первая пошла. Вторая пошла. Мила. Мила. Мила идет. Вы пока посидите, потом отпущу. Не-не-не, сюда иди давай. Куда пошла ты? Пойдем, Мила. Ну, тихонечко, не спеши. Подскользнулась сыр. Сначала одну долю моем. Ну, у нее вымя-то большое. Да, низко. Оно вообще-то вот так вот, наверное, да, должно? Ну да. Подтянутое. Видишь, тоже она сгибается. Что? Все козы так? Что-то я на ней не... Да нет, замечаю. Все козы так, ты что? Не замечаю. А та сразу видно, она ноги так раздвигает. Ну, любая коза, дойжи, они сразу так это выгибаются. Угу. Зефирка так ревет, я ее по голосу узнаю. Да. Ну что, Зефирка? Ну идите погуляйте, идите. Марш. На улицу. Гулять. Ведро уронили. Лобник. Все, иди, 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 давай, иди. Вон брюхо какое наело. Куда пошла? Давай. Кыш. Тебя-то бедную оставили одну. Давай, беги. Им сегодня можно на улице ночевать. Они у меня тоже ночевали. Ночевали на сегодня? Да. А? Тепло на улице. Ну. Все, я их здесь вообще не держу. Можно почистить. Я хотела почистить, но это... Не пускать уже. Это я сейчас только накормила, потому что этот хряк-то гуляет. Он ему поесть не даст. Мила, подожди, я еще не все. Что, Лобзик, скоро на мясо пойдешь? Да, Лобзик, вон кубуру допустил. Скоро, Лобзик, шашлык из тебя будет. Thank you.
В общем, с сенокосом у нас пока все притормозилось, потому что смотрел прогноз погоды. Все дожди. Но сначала, когда смотришь погоду, вроде нормально там. Потом буквально вечером начинаешь смотреть, или на другой день смотришь, все изменилось. И вот так у нас получилось с этим участком, который я выкосил в первую очередь за забором. Посмотрел, вроде погода нормальная. Там дня 2-3 должно быть сухо, тепло. И как только скосил, вечером пришел посмотреть погоду. Все, погода изменилась, дожди. Поэтому сено у нас попало под дождь. Сейчас мы не соберем его уже никак. Ну, как я уже говорил в одном из последних роликов, ну, на этом участке сена немного будет, потому что трава здесь низкая. А вот на тех участках, сегодня я смотрел, трава уже довольно высокая. Там уже вот так вот мне, наверное, покупают, ну, метр с копейками там уже трава подросла. И уже можно косить, густая. Но погода не дает. Будем наблюдать за погодой опять же сейчас. Вот самое тяжелое в сенокосе, это надо ловить погоду. Вот погоду ловишь постоянно. А хорошо, если погода нормальная, сухая, сено быстро высыхает, собираешь его, забиваешь сеновал и готово. А когда вот такие вот бывают, то день тепло, на следующий день дождь, потом опять тепло, потом опять дождь. И не успевает ничего высохнуть. Ну, в общем, пока все остановилось с покосом. Отпуск у меня закончился. Ну, кто не знает, что я в отпуске был, июнь. Специально брал, чтобы работать на пасеке. Как раз роевой сезон. И вот сегодня уже пришел суток. Первую смену отработал. И сейчас входим в обычный режим. Короче, такая вот ситуация. Кто спрашивает по меду, вот сразу скажу, уже много людей пишут, звонят. Сразу скажу, что у нас, ну, как бы в этот год у нас второй сезон, мы пчеловодим. И в этом году у нас, в этом сезоне меда будет очень мало. Ну, во-первых, мы с двух семей только. Ну, если все нормально будет, то с трех семей поимеем мед. Опять же, если позволит погода, и посмотрим, как сложится там обстоятельства, как семьи будут работать. Вот, поэтому много зависит не от нас. Хотя от нас тоже зависит. Вот, ну а сейчас погода, вот сейчас у нас начинает цвести малина. Вот малина только-только начала, вот уже буквально, но солнышка нет. Пчелы, конечно, летают, что-то там собирают, пытаются. Но, ну, тем не менее, пока еще нет такого главного обильного взятка. Поэтому кто звонит, пишет, ну, очередь уже большая. Если честно, на всех не хватит. Потому что нам тоже самим нужно оставить мед. И сами понимаете, если с 12 рамочного улья, с одного, например, меду шибко-то много не поимеешь, поэтому если хороший взяток будет, там понятно, да, там второй магазин поставил, третий магазин поставил, можно вообще корпус поставить второй, еще что-то будет. А вот если с такой погодой, то я не знаю, как это все будет. Мы будем надеяться на лучшее, конечно, но многие уже как бы, ну, забронировали уже мед, которого еще нет. Поэтому, если что, кому-то не достанется, так что не обессудьте. Ну, сами понимаете, у нас еще только, мы только делаем первые шаги, делаем, можно сказать, еще только в начале, в самом еще. Поэтому, когда еще будет? Может, на будущий год, если Бог даст, что-то будет. В любом случае, себе мы оставим в первую очередь мед, потому что, ну как мы без меда останемся? Поэтому, ну а то, что останется уже, то, конечно, уже разойдется по людям. Цены я пока не знаю, какие цены нынче на мед. Ну вот в прошлом году трехлитровая банка стоила 1800 рублей российских. Нынче я не знаю, сколько. Будем ориентироваться по рыночным ценам.
Ну, в общем, так вот коротко. О сенокосе и о меде. Ну и все. Сейчас вот тоже ветер дует сильный. Сегодня делали ревизию, смотрели. Маток пометили. Каких нашли. Вот так вот. Вот. Ну все, друзья, всем пока. И следите за дальнейшими нашими новостями.